Здравствуйте! Представляем вашему вниманию аппарат 919S. В данном аппарате есть такие функции, как кавитация, три манипулы радиолифтинга по лицу, телу и для более мелких деликатных мест по телу, вакуум с функцией РФ и липолазер. Также здесь можно переставлять полку на правую либо на левую сторону аппарата. Также в комплектацию к аппарату входят бандажи, набор бандажей. Функция кавитации. Можно регулировать форму волны, мощность. Также можно регулировать частоту воздействия. Для этого нам необходимо... Регулируется от 30 до 40 кГц. Следующей функции это радиолифтинг. Он идет для лица, для более мелкой манипулы, для деликатных зон и для тела. В зависимости от того, какую мы будем использовать, выбираем необходимую манипулу. Также регулируя энергию. Следующая функция вакуум. Также регулируется энергия. Вакуум поддерживает также одновременно функцию радиолифтинг, регулируется воздействием, постоянное либо переменное может быть воздействие. И следующая, последняя функция – липолазер. Здесь имеются маленькие и большие манипулы, регулируется энергия, форма волны. И также выбираются необходимые параметры, время устанавливается и нажимаем кнопку «Старт». Липолазер очень хорошо людям, которым противопоказана кавитация, очень хорошо после липосакции, если постоперационный период, особенно если были какие-то некорректно сделаны операции липосакции, может откорректировать эти недоработки хирургического вмешательства. Также хорошо реабилитационный период.